Hello, всем, с вами Андрей, мы продолжаем играть в The Lego Ninjago Movie Video Game и продолжаем проходить эту зону, локацию. Где наш Кроникс, супер быстрый? Дойдем, мы прошли. Новая покупка. Просто побегать по карте. Серьезно? И разломать пару ящиков? Серьезно? Это вкус для мороженого? Хот-дог это вкус для мороженого? С каких это пор? Хот-дог это сэндвич. Сэндвич это не мороженое. И крендель это не мороженое. Все. Это было легко. Очень легко. Особенно с таким быстрым персонажем, как Кроникс. Подожди. Где он? Хорошо. Он пропал куда-то. Ты куда? Ты куда пропал? А, вот он. Точно. Золотой блок. Выполнили. Переключись. Опачки. Ага. Нам нужно собрать красный кубик. То есть древний свиток. Ну, в общем, самурайский кубик. Что выглядит как-то так. Выше, а еще выше. Где? Еще выше? Где он уже? Нет! Да что? Нет, он еще был выше. Кажется. Кажется, но это не точно. Кажется, но это не точно. Так. Где эта штука? А, вон она. Ну точно. На него можем запрыгнуть, да? Надеюсь. Не может быть этой штукой. Это не может быть этой штукой. А, вон он где. Тогда ясно. Мне показалось просто, что он на этой штуке. Здесь уже два троса. Два. Две веревки. Это уже веревка. Неужели... Не можно. Нельзя запрыгнуть. Серьезно? Как это так? Как это понимать, что нельзя запрыгнуть? Хорошо. Ну, это же веревка. Это ясно веревка. Это точно веревка. Так, где он? Он, значит, вон там. Да? Это же веревка. Это веревка. Стоп, погоди-ка. Я вообще все не так делаю. Я вообще все не так делаю. Нам нужно вообще вон туда. Сейчас будем как ниндзя паркурить. Ха, мастерство ниндзя. Ха, 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 ха. Вот мы и собрали его. Древний свиток. Что это за свиток? Мастер при... О, вот это вообще будет полезно. Это точно? Они реально притягиваются. Это круто. Это круто. Это очень круто. Итак, попробуем еще раз пройти эту гонку.
Значит, это очень долго. Смотрю. Время теряю, время теряю. Нормально так время теряю. Дальше вот сюда вот. Угу. Давай. Куда дальше. Сколько можно? Будет очень обидно, если придется это все переходить. Будет очень обидно. Прям очень. А, все. Фух. Не пришлось. Это, конечно, круто. А, не пришлось. Проходить. Ура. Это хорошо. Это супер хорошо. Так, Акроникс, беги обратно. На пляже вот здесь мы зачистили все. Нам осталось... 4 персонажа и 6 золотых блоков. Что? Это что-то многовато. Нет? Что-то да. Хорошо, они все находятся уже здесь. Насколько я знаю. Ага. Ну, все понятно. Все понятно. Понятно. Ладно. Нет, а как это было? А, вспомнил. Сюда же было сначала. Сюда, вот сюда вот. Нет? Вот сюда вот. Угу. Вот сюда вот залезть, здесь пропаркурить, побегать под стенам. Здесь тоже пропаркурить. Потом вот так вот. Здесь уже. Надо будет вот так вот. Вот так вот. Пробежать. Ты не ниндзя, поэтому ты обычно бегаешь так. Ползёшь даже. Как Человек-паук. Ползёшь. Есть проход? Его там нет. Хорошо. Как скажешь. Здесь нет чего-то. А вот что нашел? Так, как раз могу разблокировать. Ладно, давай. Так, здесь мы куда спустились? Спускаемся. Ух ты. А здесь нужны ниндзя. Давай, кайф, ты. Школьная одежда. Своей. Ну, все же расплавь. А, и здесь как раз эти два персонажа. Их сколько осталось персонажей? 4. То есть еще 2. Ем. Открывай. Здесь еще один персонаж. Серьезно? Здесь 3 персонажа в одном месте. Котик, выходи отсюда. Убегай.
Это фабрика миндроидов. Ну, или что-то вроде. Рокер. Ну, его никак не было в фильме. Он просто как персонаж. Здесь нужен миндроид. Да? Используй миндроид. Ух ты! Ух ты! Да. А, все понял. Понял. Все. Это оказывается легко. Мы что-то взломали. А, здесь еще нужно тоже использовать способности ниндроида. Вычисление. Выбежали ниндроиды. С ними нужно посражаться. А, да. Я же ниндроид. Вы что нападаете на генерала? Я генерал Криптор. А вы кто вообще? Хорошо. Вычисляем. Нам нужна другая штука. Но все же это тоже крутая. И следующая штука, это золотой блок. Идет вычисление. Слушай, прикольно сделали. Мы забрали. Так. Все, вот туда нам как бы забраться. Нет, он успевает реагировать. Хопа, пропустишь? Не пропустил. Ах ты негодяй. А кто может так делать? Маскироваться. Не ты? Случайно. Нет, не ты. Нет, нет. Нет, 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 нет. Нет? Нет? Кто может? Ты? Ты? Мне нет маскирования. В общем, ладно. Я, ну, вроде бы знаю, где получить, в принципе, этих персонажей. Ну, я на 100% не уверен. Кажется, было. Проходил ко мне. Может, по-моему, сожженная граница. Гробница. Хоть это к джунглям относится. Но все же. Ладно, пускай будет. Пройдем раньше времени. Нет, это не то. Нет, это не то. Ладно, давайте пройдем уже. Я пройду сам. Хотя нет. Мам, ты это слышала? Так это не твой смех, да? Тогда приготовься, Ллойд. Ллойд и леди остальные дракон. Атака. Один. Ну чё, где сама атака? No.
Так. Ладно. Сейчас будем их разносить, правда. Нет, нет! Нет! Здесь их не будет. Сложная штука. Нравится? Чё? Да, говоришь? Или нет? Мне вот нравится, когда я его сбиваю. Обычно. В тот раз тоже отсюда начинается волна. С другого места. С другого спаунера. Спаунера. Вот этих вот воинов каменных. Хорошо, это, конечно же, не то. Не то, да дзё. Но все же тоже можно пройти. Так, давайте не будем попарить. Хотя будем, да. Порядка. Вот где будем проходить раньше времени. Раньше времени. Так. О, у меня уже фиолетовая медаль, серьезно? Это было быстро. Че ты смеешься? Может, он просто считает сборник анекдотов, а? Тебя как произнести? Так его мне. Последний где? Угу. Это Коко. Вон он был. Не увидел. Ваше вторжение не останется без наказа. Генерал Кожа. Или просто Кожа. Генерал каменной армии. Производитель. Легко победить, я уверен в этом. Ты меня скинул в лаву? Тогда готовься к тому, что я тебе буду мстить. Враг поверх. Мастер камня, ачивка. Это все ясно. Опять же говорю. Ллойд Кенде. Генерал Коза.
и каменный воин. Вернуться, конечно. Я, возможно, нашел то, что мне нужно. Да, это то, что мне нужно. Мастер Ву и Кай против мастера Чена. Смертельная арена, это находится в, на поле битвы. Ну, не на поле битвы. Да, это то. Ага, восхитительно, новые войны будут сражаться ради моего развлечения, мастер Чен. Да это же никто иной, как сам мастер Ву. И один из его учеников. Эй, меня зовут Кай. Да без разницы, да начнутся игры. Какой-нибудь вот. Мерзкий. Здесь-то мы и получим невидимого персонажа. Опа! Опа! Уходи, уходи, Кай! Уходи ж ты! Серьезно, у меня еще и парящего дракона отобрали. Он нереально и серьезно. Отобрали у меня парящего дракона. Нет, нет, нет. Этот раз нет. Это парящий дракон, но я не знаю. Десять есть. Десять есть. Здесь монетки. Это его любимый трюк. Любимый трюк мастера Чена. Это... Вот это уже хоть немного на полечье дополнительно. Хоть немного. Вы оба босса смотрите. Тебя вообще сюда не надо. Это наш бой. Самый личный бой. Как вам такое? X22 вообще! Что я творю? X22. Что? X22? Что вообще? Как это? Так-то! Уже больше 100 набил! X28 вообще! Это нереально больше. Больше. Я с ума. О, всё. Так, атака 03. Ой, ты используешь клинок времени, чтобы ее ускорять? Только клинок времени-то зеленый для ускорения времени. Бери у него щит. Спасибо, что ты его ударил один разочек. Давай. Нужно щит отобрать. Ну почему ты не отбираешь щит-то? Нет, множитель пропал. Комбо. Ну и он умножает уже монеты. Да. Множителем называть. Это битва на смертельной арене. И она правда смертельная. Должна с вами разобраться. По-быстренькому. Мне некогда. Мне нужно добраться до мастера Чена. Это долго, это дело.
Я уже давно собрался. Мог. Щит отдал. Я же у тебя уже отбирал. Еще? Серьезно? Еще парочку? Еще один с щитом. Они издеваются. Щит отдал. Ладно. Простой враг. Самый простой. Щит отдай. Ура. Отдал. Наконец. Теперь я тебя могу прикончить. Прикончил. Прямо упил. Мастер Чен. Вот это не очень. Шериф. Там удивляетесь, как я так его в воздух подбрасываю. Сейчас вы удивитесь, как я вашего мастера Чена убью. Выиграю. Прям уже сейчас. Вообще даже не враг. Тебя так трудно назвать врагом, боссом. Тебя так невозможно назвать. Ты супер легкий. Легче генерала Коза. Все, готов. Враг поверх. Победа. Мастер лапши. Еще одна ачивка. Иди, пройдена золотая медаль. Иди, пройдена новый рекорд. Это самое интересное, это персонаж. Там будет кто-то, которого я хочу. Надеюсь, да. Но это тоже быстрый Гриффин Тёрнер. И? Да, это... Нет, Карлов. Не тот. Ну, просто попробовал. Ну ладно, мы попытались. Значит, дальше мы не сможем, типа, проходить, допройти эту зону. Ну, значит, это всё.